кипрской системы и созданию Национального фонда солидарности. По данным СМИ, вклады в кипрских банках имеют 60 тысяч британцев. Час земли сэкономил в Москве 5 мегаватт электроэнергии и 26 тысяч рублей. В департаменте топливно-энергетического комплекса столицы отметили, что сумма получается небольшая, потому что при подсветке в Москве используются энергосберегающие технологии. Сейчас земли в 20:30 по московскому времени была отключена архитектурно-художественная подсветка 90 объектов, включая комплекс Московского Кремля. Организаторы международной акции таким образом хотят привлечь внимание жителей к проблемам экологии и энергосбережения. В Эквадоре открыли социальный цирк. Его арена будет служить не только для Прежде всего, он рассчитан на детей, которые обитают на улице, не имея собственного дома и возможности вести нормальную жизнь. Дети смогут почувствовать себя в роли жонглеров, акробатов, клоунов, фокусников и канатоходцев. Кроме того, в этом цирке они получат социальную и психологическую помощь, чтобы быстрее адаптироваться к жизни. ...24 марта плюс 2 в Кызыле и Горно-Алтайске до 4 градусов мороза. Сейчас в российской столице минус 9 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. На иве распустились почки, береза слабые листочки раскрыла. Больше маяк. Весна. Вас приветствует экипаж рейса 1114. Наш полет проходит на высоте. Видимость 0, идем по приборам. И особенно язвительно прозвучал сейчас голос, конечно, Саралидзе, который прочитал подписание стихотворение. Да, у нас там...